А партийный проект «Народный контроль» сегодня провел ремонт на улице Светлой. Здесь прошлой осенью закончились работы по нескольким программам. Ремонт дворовых территорий, многоквартирных домов, а также благоустройство дворов. Не прошло и года, началось разрушение асфальта, бордюров и ограждений. Жильцы недовольны отсутствием пандусов и ливневок. В некоторых территориях есть и другие проблемы. Мы просили, чтобы нам забор восстановили. Его сломали. Это было, наверное, в октябре. Закончили последний этап. Все вон туда бросили к этому. И все. И на этом точка. Потом мы куда только не писали. Потом они нам все-таки подняли забор, поставили. И все. Дворы на Светлой на гарантии. С подрядчиком достигнута договоренность. Недочеты он исправит в кратчайшие сроки. Ремонтировать выявленные дефекты подрядная организация будет, естественно, за свой счет. У нас в договоре предусмотрены обеспечение гарантийных обязательств в течение 2 лет. Если эти гарантийные обязательства не выполняются, то на подрядчика накладывается штраф. Поэтому здесь, конечно, и это юридическое воздействие. Ну и, конечно же, подрядчик в любом случае работает в городе. Он заинтересован в том, чтобы у него была репутация. Работа очень большая. Здесь задействовано несколько домов. Деньги потрачены значительные. Поэтому и нам, и всем жителям и в целом очень важно, чтобы те работы, которые проходили, были получены. Получили свое логичное завершение.